Друзья, сегодня я покажу одну фишку, как можно пробить соперника через защиту. Вот покажу в двух вариантах. Первый вариант такой наиболее распространенный, как мы используем в бою. То есть желательно соперник, который плотно закрывается, в глухой защите находится, постараться найти вот эту вот середину золотую, так называемую. То есть если он даже закрывает вот эту среднюю часть, как можно постараться ее раскрыть? Если мы бьем жестко боковыми ударами, здесь вот акцентированный удар, даже удар через защиту, он накапливается, поэтому соперник на него реагирует, и он старается как-то закрываться подставкой. Соответственно, при каком-то определенном следующем жестком ударе соперник может где-то открыться. Удар. Чуть открылся, здесь, соответственно, середина открылась. Стараемся после того, как активизировали защиту сбоку, пробить снизу. Но это такой накопительный эффект, несколько раз ударили, где-то среагировал, пробили снизу. Если соперник не открывает эту середину, мы начинаем работать с средней и ближней дистанции, я стараюсь перчатку просунуть между рук. Не таким образом, а вот более узкой стороной. Соответственно, где-то засунул, и соперник, например, его прихватил. Вот таким образом. Нет возможности у меня продолжить работать. Сажусь на ногу и отсюда просто толчком движения стараюсь подбородок приподнять. Чуть вытащил голову отсюда и сразу серийно поработал. То есть в любом случае ваша задача пробить удар через середину. Либо мы сбоку ударили, стараемся активизировать защиту. Подставка поднимается, пробиваем вторым ударом сюда. Если не успеваем пробивать, соперник прихватил руку, то здесь вот просто выталкиваем небольшой тычок, рывок такой. И здесь стараемся развивать атаку уже после вот этого вытаскивания головы.